Дерибасівська Рішельєвська у літературному музеї представили 74-й випуск одеського альманаху «Довгожителя». У цьому номері понад 300 сторінок міських розповідей та наразів, а також путівник театрального Одесу від Олега Губаря. В чем особенность этого путеводителя от предыдущих? Ну, что значит? Это, собственно, полноценный путеводитель. Это не 10 адресов пушкинских, а это срез города 1823-1824 года. Это как будто бы вот мы с вами сегодня въезжаем и подъезжаем к этому городу. Вот мы едем и видим все, что было, все абсолютно. То есть целый город. Понимаете? Это наше живое с вами присутствие в этом городе. А те отрывки из этого путеводителя, которые вошли в альманах, там указаны какие адреса, вот если на современный лад переводить? Ну, в данном номере там фрагмент, связанный с историей городского театра. То есть, собственно, вся история старого городского театра, итальянской оперы, на момент пребывания Пушкина в Одессе и в ближайшие годы. До него, после него. Репертуар, актеры, там, все устройство внутреннее и так далее и тому подобное.